Приветствую всех зрителей на канале компании Альтфлора. Мы продолжаем обзоры средств защиты растений от болезней. Сегодня расскажу о таком препарате, как фитолавин и его аналоги фитомицин. Препараты эти по-своему уникальны, поскольку предназначены они прежде всего для борьбы с бактериальными болезнями растений. И хотя бактериальных болезней у растений в разы меньше, чем грибковых, тем не менее встречаются они все-таки довольно часто. Это такие заболевания, как бактериальный ожог, он же бактериальный рак яблони и груши, различные бактериозы и бактериальные гнили овощей и многих других культур. Болезни эти могут не только снижать урожайность растений, но и приводить даже к их гибели. В то же время большинство, да практически все средства химической защиты растений от болезней против бактериальных заболеваний, к сожалению, бессильны, поскольку являются они прежде всего фунгицидами, то есть средствами для борьбы непосредственно с грибковыми заболеваниями. А мы сегодня вот говорим о том, как бороться с болезнями бактериальными. И вот для борьбы с такими бактериальными заболеваниями нужны специальные препараты, то есть бактерициды. Одним из немногочисленного класса таких препаратов и является наш сегодняшний герой фитолавин и его аналог фитомицин. В их составе содержится действующее вещество под названием фитобактериомицин. По сути, оно представляет из себя комплекс продуктов жизнедеятельности почвенного гриба, которые способны уничтожать многие бактерии, то есть обладают антибактериальным эффектом, и ряд грибов, то есть и фунгицидным эффектом они тоже обладают. Производятся фитолавин и фитомицин в форме темного водорастворимого концентрата, то есть в жидкой форме. Выпускает его российская компания FarmBiomed или FarmBiomed Service, по-разному ее называют, которая широко известна по хорошо зарекомендовавшему себя биологическому средству от вредителей, которое называется фитоверм. Вот они еще производят фитолавин. Продается оно в магазинах под самыми разными брендами, как под брендом самого производителя, соответственно, FarmBiomed, так и под брендами Август, Ваше хозяйство, Зеленая аптека садовода и Агроуспех. Фасуются в ампулы, флаконы и канистры по 2, 4, 20, 24, 50, 100 мл, а также 1,5 литров. А вот в ампуле на 4 мл от компании «Август» выпускается под названием «Фитомицин». В ходе научных испытаний производителям удалось доказать высокую эффективность фитолавина и, соответственно, фитомицина от широкого спектра бактериальных заболеваний, вот, и зарегистрировать его как единственный в России препарат для борьбы с бактериальным ожогом или бактериальным раком яблони и груши, а также лечение различных бактериозов и бактериальных гнилей у огурца и томата. Садоводы используют его значительно шире уже по своему опыту и применяют на самых разнообразных культурах от большого спектра как бактериальных, так и грибковых заболеваний. Достоинств у фитолавина отмечена масса. Во-первых, действует он довольно быстро, начинает работать уже через 12-24 часа после обработки и обеспечивает продолжительную защиту, ну, относительно для биологических препаратов, продолжительностью 5-20 дней. Кроме того, фитолавин, как и многие другие биологические препараты, показывает очень высокие показатели по безопасности.
Вот он абсолютно экологически безопасен, не причиняет вреда растениям в случае возникновения резистентности, то есть привыкания возбудителей болезни к этому препарату пока не отмечено. Он мало опасен для пчел, настолько, что им можно опрыскивать даже во время цветения. Также мало опасен для животных и людей, и обрабатывать им можно за 2 дня до сбора урожая. В баковых смесях фитоловин совместим с большинством химических средств защиты, как от болезней, так и от вредителей, с удобрениями, со стимуляторами роста и даже с некоторыми биологическими средствами защиты, кроме тех, в которых содержатся какие-то живые культуры. В том числе он несовместим с самым известным биологическим средством защиты, с фитоспорином, а также с аллерином, липидоцидом и многими другими. Фитоловины и фитомицин подходят не только для опрыскивания растений, но также для их полива под корень и обработки корневой системы рассады и саженцев перед посадкой, а также для протравливания семян, клубней и луковиц перед посадкой. При этом эти препараты стимулируют иммунитет растений, повышают всхожесть семян, а также повышают зимостойкость растений и позволяют сократить количество химических обработок растений для защиты от болезней. Обработки фитоловином весьма выгодны с экономической точки зрения и получаются не намного дороже, чем обработки какими-то химическими средствами защиты. Поскольку стоит препарат относительно недорого, 20 мл на начало 2022 года, то есть на момент съемки этого ролика, стоили примерно 60-80 рублей, этого количества фитоловина, растворенного в 10 литрах воды, должно хватить для того, чтобы опрыснуть от 2 до 5 деревьев, от 5 до 10 кустарников и от 200 до 800 единиц рассады, что, согласитесь, достаточно экономично. Однако не все так радужно с нашим сегодняшним героем. Есть у фитоловина и фитомицина и свои недостатки. Первый из них, как отмечают многие садоводы, состоит в том, что он неэффективен при сильном поражении растений бактериальными или какими-то грибковыми заболеваниями. То есть действует он хорошо именно в режиме профилактики или когда вы обрабатываете при обнаружении первых признаков заболевания. Если же растение сильно поражено, то, вот, как правило, он не срабатывает. Во-вторых, фитоловин, уничтожая болезнетворные бактерии, вместе с этим уничтожает и какие-то полезные почвенные бактерии. Вот, особенно если использовать его не для опрыскивания, а для полива растений. И даже сам производитель рекомендует после обработок фитоловином восстанавливать почву с помощью специальных микробиологических средств, в том числе широко известного Байкала, ну и его аналогов. В-третьих, срок годности фитоловина всего 1 год. Хранить его нужно при температуре от плюс 5 до плюс 30 градусов. А все это повышает риск того, что если вы по каким-то причинам не успели воспользоваться своими запасами препарата, то уже на следующий год их придется выкинуть. В-четвертых, не все так однозначно и с безопасностью фитоловина, несмотря на то, что это биологическое средство защиты, и, как я уже сказал, опрыскивать им, например, можно за 2 дня до сбора урожая. Все-таки при исследованиях отмечено, что к этому препарату, особенно если работать им в теплицах, могут возникать у многих людей аллергии. Вот, поэтому пренебрегать мерами предосторожности при приготовлении особенно рабочего раствора, при работе в теплицах не стоит. Ну и если вы
не хотите, чтобы даже остаточное количество препарата попали в ваш урожай, то последнюю обработку нужно проводить не за 2 дня до сбора урожая, а примерно за 15-60 суток. Ну и, наконец, в-пятых, фитоловин имеет тот же недостаток, что и все биологические средства защиты растений. Состоит он в том, что контроль за качеством таких препаратов со стороны государства очень слабый. Если уж химические средства защиты часто подделывают и разбавляют, то биологические средства защиты подделывают и разбавляют сплошь и рядом, чтобы повысить свою прибыль, как производители, так и фасовщики. Поэтому полностью быть уверенным в качестве непосредственно купленного вами фитоловина никогда быть нельзя. В данном случае, конечно, несколько утешает, что этот препарат производится известным производителем, как я уже сказал, который выпускает тот же фитоверм, хорошо себя зарекомендовавший. Но, тем не менее, вот до конца быть уверенным в качестве, как я уже сказал, никогда нельзя. Тем более, что довольно серьезные ограничения есть по хранению. И значит, перед тем, как вы этот препарат купили, он мог неправильно храниться где-нибудь на складе и на момент покупки может быть испорчен. Что же в итоге? Фитоловин и его аналог фитомицин – это, по сути, безальтернативные на данный момент средства от бактериальных заболеваний растений. Да, у них есть масса недостатков, главный из которых, что нельзя быть уверенным в их качестве. Но если вы в своем саду регулярно сталкиваетесь с какими-то бактериальными заболеваниями, то, как я уже сказал, альтернатив у вас по сути нет. И вам стоит приобрести в свою садовую аптечку вот, фитоловин или фитомицин. На этом сегодня все. Жду от вас, как всегда, подписки, лайков, дизлайков, вопросов, комментариев. До новых встреч. Пока.